оделся этот ублюдок? Он вернется. Откуда мне знать? Прошло уже 15 минут. Нашел. Эй, держи эту гадость подальше. Расслабься. Если не бить по ней, ничего не произойдет. Установим ее у главных ворот и взорвем с расстояния. И что дальше? А дальше мы пройдем вдоль стены на ту сторону. Что, трудно понять? Хорош поучать меня, Карлос. Эта дорога ведет к главным воротам. Самый безопасный путь. Хорошо. Линч, мы тебя прикрываем. Спустишься и заложишь мину. Что? Черта с два. Сам спускайся. Нет. Господи, слушай, я стреляю гораздо лучше тебя. Спускайся или пристрелю тебя нахрен. Спокойно, псих. Карлос, мы тебя прикроем. Ладно. Сдался нам этот идиот. Давай, Карлос, работай. Линч, я отправляю Карлоса только потому, что ты облажаешься. И хрен бы с ним. Мне главное с миной не таскаться. Сюда! Двигай! Я на месте. Минуту, заложу мину. А, хорошо. Сойо, Карлос. Карлос, ты слышишь? Черт, а я предупреждал. Карлос, в чем дело? Предатель. Надо действовать быстро. Кретин, ты меня совсем не слушал. Говорил я, нельзя ему доверять. Я сказал, быстро. Нас там наверняка ждут. Понял.
Карлос. Как он выбрался из Гаваны? Вам повезло, что это. Эй, погоди, что они говорят? Ну что, дошло? Кей наверняка тоже поблизости. Когда же ты начнешь меня слушать? А если нет, я рыба Аура! Постой, постой. Он сказал Дженни? Асегурате, ке ла чика эсте арреглара. Керемос, ке Кей ла реконозка си нос атака. Черт, они нашли ее. Голову им оторву. Говорил я тебе, не надо отпускать ее одну. Линч, не ходи туда, черт! Держись поближе. Уже иду. Thank you.
уже иду. Кончились. Нужно еще! Они убили Карлоса. Дженни? Дженни, ты цела? Кейн, шаг назад. Оттуда Дженни, ты труп. Не трогай ее. Кейн, да что с тобой? Посмотри, на что ты обрек бедную девочку. А твой друг Карлос? Отпусти ее! Отпустите ее? Вы слышали? Это любимое решение Кейна. Отпустить и бросить. Может, хоть раз возьмешь на себя ответственность за нее? Только тронь, я убью тебя. Не выйдет. Дженни! Этот гад схватил ее! Укрытие! Мы ее отобьем! Он уходит! Кейн, он далеко не уйдет! Наши захватили аэродром! Сюда! Они едут к аэродрому! Лезь!
А ты откуда нарисовался? Мы уже полчаса пытаемся с вами связаться. Остальные попали в засаду в деревне. Там задница. Слушай. Не чихать на людей. У него моя дочь, и их ждет самолет. Заткнись и гони. Кейн, мы не можем их бросить. Слушай, из своего братца этот подонок что угодно с ней сделает. Шелли!